Государственный заповедник «Черные земли» продолжает цикл заповедных лекций для школьников и студентов Калмыкии в рамках эколого-просветительской деятельности. На базе инженерно-технологического факультета КАНГУ имени Гордовикова сотрудники заповедника провели встречу с учащимися Яшкульской многопрофильной гимназии имени Хаглышевой. В течение двух месяцев отдел экологического просвещения и развития туризма заповедника «Черные земли» знакомил слушателей с заповедным миром Калмыкии и спецификой работы сотрудников особо охраняемых природных территорий. Школьники и студенты погрузились в атмосферу суровой, но прекрасной флоры и фауны Калмыкии, полюбовались яркими фотографиями животных, растений и пейзажей. Также методисты показали фильм о реликтовой антилопе Сайгаке. Проведение экологических уроков в школах, вузах и СУЗах помогает подготовить новое поколение граждан, которые будут более ответственно относиться к окружающей среде и будут принимать активное участие в ее охране. Кроме того, такие уроки обеспечивают формирование особой культуры и образованности, что является необходимым условием для развития экологической осознанности в обществе.